Обновленная надпись России гордо красуется на Покровской горе. И это благодаря усилиям красноярской молодежи. В преддверии главного государственного праздника Дня России она по традиции провела патриотическую акцию. Не осталась без дела и Александра Словецкая. Смотри, 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 смотри. Молодежный форум. Стук топора, веселый смех, работа кипит. В центре города молодежь вновь возводит величественную надпись «Россия». Алексей Михайлов, например, ради участия в общем деле досрочно сдал экзамены. Я первый раз здесь. Ну, мне все нравится, все новое, поэтому я стараюсь участвовать везде, где только могу. Пока молодой, живи на все. Россия – это все наше, это нужно оставить как бы и потомкам, и чтобы у нас все было замечательно, поэтому я всегда за такие мероприятия. Работа спорится, еще бы, ведь патриотическая акция проводится уже в пятый раз. Инициативу поддерживают. Такое мероприятие, в котором мы участвуем, которое, подчеркиваю, по инициативе стройотрядовцев, молодых людей, организовано. Это очень и очень важно, тем более в преддверии всероссийского праздника «День России». Сотни молодых и не очень людей каждый год собираются на Караульной горе. Главный государственный праздник страны объединяет всех, независимо от возраста, социального положения и политических убеждений. Я люблю тебя, Россия, и любовь в день нет.